Что-то не так с этим миром, с нашим миром, что-то не так. Я выхожу из подъезда, а мимо человека несут, завернутого во флаг. Нервничаю и немного взволнован, думаю, почему не в гробу несут, не в простынях лиловых, будто на общественный суд. Бетон заливают, кирпичи кладут. Выхожу на дорогу и нетерпеливо оббегаю проезжую часть, где сбивают машины столбы, и деревья застыли уныло, заглядывая в очередной овраг. Этой ночью что-то случилось, мое сердце в тревоге заколотилось, отбивая маршевый такт. Отголоски былых революций, звуки стройки новой страны. Я вбегаю на сырые подмостки, где вершатся судьбы и рушатся чьи-то мечты. Не до революционеры, не до идолы, не до враги. Обещаю услышать мольбы. Взводит курки и свои отказавшие нервы. В моей стране, где я не первый, и каждый третий не дурак. Что-то пошло не так. Руки к небу, ноги к корням. На пороге страшнейшей эры мы взываем к чужим богам, обнаружив в изголовье безверие. В каждом городе период затмения, в каждом доме чувство вины. Мы стоим на вершине падения, нам внушают необходимость войны. А тем временем толпы во флагах и в беспамятстве краешки губ вверх. Это смутное время, мама. Это время тиранов, глупцов и утех. Радио России не слышно из-за помех. Что-то не так с этим миром, с нашим миром, что-то не так. Я захожу в подъезд, а мимо, голову вниз опустив, проходит такой же чудак.